жақсы өз ойын ата кетер. Иә, бірінші кезең бізде соғылған шайбамен жанкүйерлерді қуантпады. Бірінші 20 минутта 0-0 есебімен аяқталды, бірақ талас тартысқа толы ойын өтті. Мінекей біз қазір ойын соңында көргеніміздей Кузьмин Кабелге бір наразылығын білдірді. Не наразылық болғанын біз әлі де түсіне қоймаспыз. Егор Кузьминканың тарапынан не болғанын, бірақ төрешінің жұмысынан риза емес екендігін көрсетті. Енді бірінші кезеңде есеп 0-0 осындай таластар бізде жеткілікті түрде болып тұрды. Приходниковтың міне таласы ойыншымен. Сарыарқа жалпы бірінші кезең бойынша міне ең қауіпті шабуыл осы болған болар. Қақпаға дәл бағыттады, бірақ соңғы сәтте қорғаушылар керек кезінде керек жерден табылып шайбаны өз қақпаларына жібермеді. Бірінші кезеңде Сарыарқа өз мүмкіндіктерін бір 10% орындайтын болса, міндетті түрде жоқ дегенде бір шайба соға болатын еді. Десе де есеп өзгермеді. Бірінші кезең қорытындысы бойынша 0-0. Бұл жерде Кадашниковтың тәртіп бұзғанын көрдік. Аяқтан шалып командасын бұл жерде екінші мәрте сан құрамдық сан бойынша артта қалдырды. 5-4 форматын ойнаған болатын бұл кезде Сарыарқа командасы. Мінекей Арланның да комбинациялық шабуылдары жетерліктей болды. Да. Бірақ шайба қақпа торынан орын таппады. В целом, Артем, по этому матчу какие комментарии можешь сказать? Ну, скажу честно свое мнение, как и всегда в головой облет. Честно сказать, мне сегодня игра не понравилась. Я ожидал немножко другого от команд, ждал больше рок-н-ролла, ждал больше открытого хоккея. Я честно скажу, ради этой игры я ехал на поезде 7 часов. И знаешь, конечно, я немножко, у меня сонное такое настроение. И вот команды в первом и втором периоде немножко его даже усилили, пришлось брать кофе. Вот, я ждал немножко рок-н-ролла. Но опять-таки, мои ожидания, это моя проблема. Команды действовали по плану, и особенно это касается Орлана. Грамотно выждали, забросили, закрылись на время. Подождали, пока Сарыарка выдохнется, и использовали свой второй момент. Ну, здесь, да, Григоренко, конечно, сегодня явно не его день. И вот Игорь Черников чихает, потому что он просто от таких моментов ему аж попадает и вызывает у него вот такие эмоции. Ну что, Орлан сыграл грамотно, Орлан сыграл по факту, и здесь, конечно, нужны вопросы, нужно больше задавать Сарыарке, а если бы активнее пошли, а если бы там начали рисковать, да, если бы вот как Орлан грамотно, да, немножко выждал и более свежих защитников потом вывел, да, на первые роли, вот смотрите, какое исполнение, шикарно, здесь, по-моему, даже рикошет немножко помог Павленко. Да, Игорь со мной вновь согласен. Помог рикошет. И в целом, конечно, Сарыарке нужно было раньше рисковать. Они играли на выезде. И если бы Сарыарка сыграла более открыто, да, к ним бы вопросов бы ведь не было. Да, они проиграли, вот знаешь, это шанс панчера, это бокс, условно, да, ты пропускаешь, ты бьешь. Ну а здесь Сарыарка как будто первый там. Да, они, конечно, имели возможности в первом периоде, но это было не так активно. А вот здесь симуляцию. Момент посчитали за симуляцию. Ну, не знаю. Опять-таки, ну, в целом, мне кажется, сегодня арбитры отработали, ну, отлично. В целом, я бы не сказал, что сегодня арбитры как-то портили игру, отработали стандартно. Вот, собственно, то, что они должны делать, за что они получают деньги, это не портить болельщикам сегодня праздник. Я, кстати, не понял, почему хоккеисты Сарыарки в конце пошли общаться вот, с арбитрами, да, там кипиш немножко устроили. Мне кажется, это лишнее. Может быть, подбодрить себя, подбодрить раздевалку. Вот, да, этот момент, пошли общаться с судьями, я думаю, это будет дорогого стоить. И, кстати, вот скамейка Орлана и сигнализирует об этом, что как они там себя ведут вызывающе. А вот и статистика. Да, статистика, как говорится, с ней не поспоришь. 43 на 25. О чем это говорит? Двухкратное преимущество у Орлана по броскам. Оно и привело к победе. Счет 2-0. Ну, а если бы, повторюсь, еще раз у нас считали XG, да, то есть потенциально голы, то я думаю, что Сарыарка сегодня, ну, наработала на заброшенную шайбу. Как минимум. Да? Как минимум на одну шайбу Сарыарка сегодня наработала, но, увы. И ах. Игорь, ваши комментарии по сегодняшнему матчу? Ну да, здесь, несмотря на всего лишь две шайбы, я скажу так, игра нас и, думаю, зрители держала напряжение до самого конца, набили опасных моментов. Такой, скажем, открытый хоккей. Орлан задерживает заслуженную победу. Скажу так, что
моменты, да, действительно были у Сарыарки, где буквально одна шайба, один точный бросок могли перевернуть абсолютно с ног на голову всю встречу. Но фактор по фамилии Сергей Кудрявцев сделал свою работу просто великолепно и закономерно.